Дело всей жизни – уникальный и самый подробный каталог керамических изделий Херсонеса Таврического из цветной глины представили в Севастополе. Автор работы – опытный сотрудник музея-заповедника Антонина Шевченко. Она собирала данные для этой работы почти 50 лет. О результатах трудов подробнее в нашем видеоматериале. Больше 1000 керамических статуэток и рельефов собраны в каталоге терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи. Автор монографии Антонина Шевченко начала работу над изданием еще в 70-х годах прошлого века. Признается, что основная часть терракот находится в самом музее Херсонес Таврический, но без командировки все же не обошлось. Большая часть еще хранится в Эрмитаже. Ну, таково было положение еще до революции. Лучшие найденные вещи посылались в Эрмитаж. В книге представлены как целые предметы, так и их фрагменты. Все экземпляры относятся к периоду античности. Антонина Шевченко исследовала каждое изделие. Даже малейшая деталь может рассказать о жизни херсонеситов. Их занятия, их увлечения, о чем они думают. Ну, даже вот философские, даже их не только религиозные веры, а философские даже. Среди терракот мы находим этих богов, которые они себе обрисовали, как они выглядели. Издать монографию удалось благодаря гранту Российского гуманитарного научного фонда. Эта книга – одно из самых полных и подробных изданий о группе археологических находок. Сотрудникам музея не терпится поделиться работой с коллегами. Книга издана на двух языках. Она продублирована на английском для того, чтобы была возможность у более широкой мировой научной общественности знакомиться с результатами. Книга будет доступна для всех желающих, в том числе и в интернете. Электронную версию публикуют на сайте музея-заповедника Херсонес-Таврический. Игорь Зорин, Алина Осетрова, Сергей Карнаухов. Новости 24, Севастополь.